Продолжаем пресс-конференцию. Главный тренер Калуги Константин Хатбич Дуцев. Константин Хатбич, ваши комментарии по игре. Ну, в принципе, игра сегодня команды нашей, считаю, что была на очень хорошем уровне. Владели, по большому счету, преимуществом на протяжении всех 90 минут. Пустили стандартного положения, может быть, немножко невнимательно каким-то образом сыграли. Но, конечно, имея такое количество моментов, должны были побеждать, на мой взгляд, в сегодняшнем матче. Пока бог футбольный не на нашей стороне. Надеюсь, что в следующих играх это все перевернется и уже нам больше будет вести, чем соперникам. На мой взгляд, сегодня Сахалину просто повезло, что они вызрели судачку. Насколько было важно психологически именно забить вот этот мяч в концовке? Ну, хорошо, что забили, конечно же. Это, несомненно, в любом случае большой плюс для футболистов. Они понимают, что какую-то, так скажем, сеточку на воротах соперника они уже вскрыли, поэтому дальше, я думаю, пойдет легче. Спасибо.